Здравствуйте, мои дорогие! Хочу для вас посмотреть, какие же задачи на пороге. Вот карты прыгают, уже хотят разговаривать. Может быть, вы их и не ждете, но они уже на пороге. Но и задачи надо решать, ведь это же интересно, решать задачи. Это же движет нас по жизни, решение задач и стремление вперед. Какие же задачи на пороге? На пороге действительно задачи. На пороге какое-то обучение, на пороге какое-то оформление документов. Для некоторых, кто уже это планирует, на пороге заключение брака. И это все, конечно же, задачи, которые вы должны будете решать. Но для тех, кто именно учится, и я не говорю сейчас школа, университет, учеба, это могут быть курсы повышения квалификации, это могут какие-то семинары, вебинары. И я, например, сейчас в онлайне учусь на современную психологию, это тоже называется учебой. Так у многих, у тех, для кого это актуально, я хочу вам сказать, даже прекрасное время для этого. Поэтому на пороге обучение и оформление документов.